Отмечу, что соцнорма будет распространена и на общедомовые нужды. Это станет самым неприятным сюрпризом для россиян. С учетом нововведений, за киловатты на освещение лестниц и подъездов придется платить уже по повышенному тарифу. С учетом энергоемкости тех же лифтов – по очень повышенному. Кстати, это еще не все. С 2015 года аналогичные социальные нормы потребления планируется ввести и на воду. Напомню, Владимир Путин велел ограничить рост тарифов на коммунальные услуги до 6% в год, а коммуналка уже выросла в цене в среднем на 12%.